Дорогие друзья, программа «Дачники» приветствует всех тех, кто любит покопаться в земле, что-то отчеренковать, куда-то привить. И сегодня, не испугавшись никаких холодов, мы пришли в гости к настоящему гуру, как сказала наша агроном Юлия Романовна Нингулова, гуру прививок Александру Ивановичу Байкалову. О всех секретах, что, куда, когда, из чего начинать, обязательно узнаем и расскажем. Здравствуйте! Здравствуйте! Да, мы приехали в гости к настоящему мастеру своего дела, мастеру не только прививок, но и вообще мастер по садоводству, я бы сказала, с огромнейшим опытом. Первый вопрос, который я хочу задать. Вот смотрите, что творится с погодой. Недавно вот тут в футболках ходили. Сегодня я хотела одеть шубу. Загорали. От плюс 17 до минус 7. Да. Как это отражается на наших деревьях? Вот особенно если почки уже вскрылись, например, и вот минус 7 ночью было. Плохо. Я могу ответить сразу отвратительно. Плохо. И не ошибусь точно, мне кажется, Александр. Что нам в дальнейшем ждать? Будет урожай или это тоже губительно? Как сказать? Губительно. Может и не быть. Если почки сильно тронулись, например, на абрикосах уже. Да, на косточках. Могут погибнуть. Все будет пустоцвета, или даже вообще не расцветут, обсыпятся. Просто листики пойдут зеленые. Будет деревце зеленое ставить, будете любоваться, кушать будет нечего. А может быть, есть какой-то рецепт, Александр Иванович, опрыска чем-то волшебным, чтобы почечка не раскрылась дальше и сохранилась? После минус 7 мороза рецептов нет. Увы. Сибирь, матушка. В общем, остается уповать только каждый год на капризы погоды, чтобы их было поменьше, получается. Нет. И подбирать еще сорта, соответствующие нашим регионам. Вот это, наверное, главная мысль. Главное. Еще я хочу открыть вам секрет. Возможно, вы не знаете, что есть такой препарат Криопротектор Пуршат К. Опрыскиваем от 0 градусов. Как только 0, плюс 1 на улице, почки еще не вскрылись, либо только начинают вскрываться, мы можем обработать этим препаратом. Образуется такая защитная пленка на ветках, которая уберегает, это как термобелье, я бы сказала. Вот на улице минус 7, он повышает градус, так сказать. Внутри, получается, внутри растения, растения. Да, и растения не чувствуют холод. Уже многие пользовались. Это реально, особенно это касается косточковых культур, вот кто пользовался, потому что мы вечно остаемся без абрикосов. Попадает как раз под заморозки. И сейчас, вот когда мы обработаем вот этим криопротектором, защита происходит. Обязательно надо будет вам попробовать. Хорошо, на следующий год обязательно попробуем. Да. Чтобы собрать хороший урожай, первое дело, которое мы должны совершить, это у нас обрезка. Может, мы уже опоздали, потому что май месяц на дворе. Ну, в апреле, конечно, надо было. А в марте? Пораньше, в апреле, в начале. В марте, может, как сошел. До сокодвижения получается, Александр Иванович, конечно, да? До сокодвижения. А если летом обрезать? Ну, летом кое-что немножко можно вырезать. Но когда уже деревья вегетируют, тогда как бы их заранее к этому подготовить надо. Можно что-то, если не туда сразу веточка какая-то пошла, ее прям зеленую можно щипнуть и ударить. Не так травматично. У яблони бывает иногда, я обращала внимание, на основном стволе волчки вылазят. Вот летом их можно? Сразу удалять, конечно, можно. Почему-то наши садоводы-огородники очень боятся вот обрезку совершать, что, не дай бог, не то отрезали. Я говорю, ну это же... Ни рука, ни нога. Я поддерживаю, потому что я сама вроде с хорошим опытом садоводства, огородничества. Но, Александр Иванович, до сих пор так и не разобралась. Есть такое понятие «скелетные ветви». Не знаю, как они... Вот я смотрю, я не понимаю, где на дереве скелетные ветви. Вот у нас и будет сейчас пример. Нужен мастер-класс. Яблони, да. И вот ждем сейчас мастер-класс от вас. Тут уже дерево обрезку прошло, нас не дождавшись. Но все равно хотя бы вы сейчас увидите... Где штамп, где скелетные ветви и как оно должно вообще выглядеть? А вы расскажете как раз. Вот мы подошли к яблони, которая уже сформирована. Правильно сформирована. Ну, давайте начнем с азов, так сказать, с низов. Ну, это яблоня. Штамп. Из чего состоит яблоня, дерево? Вот из чего состоит яблоня, значит, дерево у нас. Это вот у нее дойдет штамп. Сколько он должен быть? Кто формирует по-разному? Можно сформировать по-разному. Кто как любитель. Нет, но все равно, 20 сантиметров, или метр. Нет, бывает, что если низкие, допустим, заборы, сильные ветра формируют низкую крону, специально, умышленно.
специально. Бывает, сформируют вообще сланцевую. Ее пригибают к земле, закрывают. Но я формирую нормальные деревья. Примерно метр от земли начинается у меня первый ярус ветвей. Идет штамп, потом идет первый скелетный ветвь, потом далее и центральный проводник вот он идет. От него уже разветвляются скелетные ветви идут, и потом уже плодоносят эти меленькие. Ну, если обрезку делаем, обычно наблюдаем летом, если какая-то ветка и волчок пойдет не туда, начнет сильно расти, или вниз вот так вот отвеснет, допустим, она нам уже не нужна, она непродуктивна, эта ветвь, мы ее удалим. Ну, это летом, ну, смотрите, мы уже вот купили, например, участок, где не молодые саженцы, а вот уже такие в возрасте, или не молодые у вас, подождите, может, ну, я скормила? Ну, это уже лет 10 уже этим. Ну, вот, лет 10, и оно уже как бы там самому, может, формировалось, и как вот неопытному человеку понять, что это нужно убрать? Потому что мы же всегда жалеем, думаем, что чем больше веток, тем больше будет урожая. Урожай будет, может, по количеству и больше, но по весу столько же. Потому что яблочки будут мельче, они будут недозревать. Вы их не сможете обработать. Если слишком высокая крона, вы не сможете их наверху обработать. Их там погубит плодожорка. Ну, даже если плодожорка не погубит, значит, вам их будет не достать оттуда. Они упадут, разобьются, уничтожатся. Да. Либо манилиоз. Да, манилиоз их погубит. Центральный проводник вот у дерева, да, он должен... Вообще сколько, как бы... Закладываем мы там 3-4 метра же бывают. Ну, я делаю метра 3 примерно. Метра потом, 3, да, потом удобнее было потом укорачиваю. Стремянку используем, допустим, если высоко. Но слишком высоко не пускаю, вот как у соседа. Видишь, какая высоченная? О, ну да. Да. Обрезаю обычно. Я обрезаю до туда, докуда могу достать. Вот я стремянку ставлю двухметровую, достаю, если все хватит. Если все, что выше, обрезаю. А, смотрите, соподчиняющие ветви должны же быть, как вот... Ниже центрального проводника. Ну, как вот у нас, например, дерево. Вот как в детстве все рисовали дерево. Да, елочку рисовали. И вот веточки, они же выше центрального проводника не шли. Значит, так же и формируют. Обрезаем, да, центральный проводник, чтобы они не задавили центральный проводник. Как бы центральный немножко длиннее оставляем, боковые укорачиваем покороче. Да. А вот укорачиваем мы как? Вот здесь я вот у вас вижу, что под углом они все идут. Над почкой каждый, да, нужно? Над почкой подрезаем. Потому что если она веточка с плодами была, она отвисает вниз, потом уже мешает ходить, и вообще она непродуктивно становится. Отрезаем ее вот так вот над почечкой, допустим. Здесь можно обмазнуть варом будет. Ну да, обязательно замазываем варом. Вот веточка, допустим, отвисла у нас нехорошо. Вниз, да? Вниз, да. Ее можно удалить. Удаляем всегда наравне со стволами, ровненько. Еще подрезаем ножичком поглаже. И замазываем варом, обрабатываем, чтобы быстрее заросло, зарубцевалось. Угу. Если будете оставлять сучки, допустим, длинные, они засохнут и будут торчать, а потом под ними еще дупло может образоваться. Угу. Они... Это губительно для дерева будет. Не нужны они. Лучше обрезать наравне, обрабатывать, и потом они за год-два вот таким вот образом зарастают, затягиваются. Угу. И все, и шрамчик немножко остается. Вот как, допустим, вот здесь, вот здесь, вот здесь. А травмы... Видите, никакой уже не будет здесь. Открытого участка не будет для попадания всяких бактерий. Зараз, да. Так, вот еще вопрос. Вот смотрите, вниз растущие, вовнутрь растущие удаляем. Удаляем. Бывает ветка, допустим, к примеру, где-то у меня, ну вот здесь вот, допустим, росла, или вот, она росла вот сюда ветка, неправильно. Угу. То есть она вот так и ложилась, терлась об ствол. Вот мы ее удалили. Она теперь тут зарастает уже с прошлого года. Ее теперь не будет. Эти ветки мешаются, они затеняют крону, трутся об деревья, протирается кожица у дерева. И потом... Тоже травмы. Различные. Да. Внахлёст тоже не должны быть. Вот как бы как ветки. И кроме вот того, если слишком загущается крона, получается, плоды не освещаются внутри, потом тоже получается плохо. Нужно прореживать немножко крону. Где-то идут две ветки параллельно. Они даже не трутся, ничего, но они близко идут две параллельно. Большой листовой аппарат у них, они много затеняют. Тоже можно по одной через одну удалить прямо. Угу. Это уже веточки. В летний период, да. Когда уже смотрят. Это и летней, и весной можно посмотреть, допустим. Кое-где он там на кроне, наверху тоже можно еще удалить. У меня кое-где густовато веточки пошли. Просто чтобы... Не было большого загущения. Крона, когда проветривается, меньше болезней получается. Ну да. Она просыхает, освещается солнцем, обрабатывается этими ультрафиолетовыми лучами. И при том, при обработке, допустим, какими-то препаратами, лучше достигается везде эффект этот. Согласна. То, что если крона густая, вы все не опрыскаете, где-то останутся участки неопрысканными. А когда прорежено, хорошо, оно обмоется со всех сторон препаратом, будет дезинфицировано.
Да, ну как говорят еще в народе, чтобы птица смогла пролететь через крону. Вот так нужно совершить обрезку. Да. Ну а теперь у нас время прививок, сокодвижение пошло. Да. Вообще у нас плодовые, ягодные вот размножаются хорошо же черенками. А почему яблони и груши нельзя вот черенком? То он корни не наращивается, почему-то этот черенок. Бывает, вот смородину воткнул в землю, она корни дала. Жимолость вот так положил, землю присыпал. Корни дала. А вот яблоня и груша почему-то мы должны прививать. Это во всех питомниках, ну, да. Это везде практикуется. Чтобы распространить сорт, размножить, делается прививка. Иначе никак, яблоню вы не размножите больше. Да. А семечку, если бросить и посадить? Вырастет. Так что, вот нечто подобное, но не то, что вы с чего посадили. То есть от яблока вкусного, хорошего невозможно вот вырастить такой же кустик? Возможно, но не такой. Получится все, что угодно, кроме того яблока, которое изначально было. Потому что в семечко заложен, она не чисто продумана, у него заложен ген там разных сортов. Они все гибридные. Какой-то ген проснется, вот эти, к тому же, чем она была опылена, пчелка с какого дерева принесла на ее пыльцу, опылила, вот получится гибрид этого с тем, то, что здесь расцвело, и то, что прилетело оттуда. Может получиться ранетка, может получиться вот такая дичка, может получиться какой-то новый сорт яблочка. Вот новые сорта так и выводят. Скрещиванием опыляют один сорт яблони другим сортом, потом берут эти семечки, они уже гибридные получаются, рассаживают их тысячами, потом смотрят на них, выращивают, ростят, смотрят, наблюдают за ними, и они показывают свои свойства по мере как взросления. И что-то из них получается, если что-то получается интересное, сорт какой-то, его отдельно на испытание ставят. Районируют, да? Испытывают, смотрят, кушают, проверяют, сколько сахаров, какие плоды, как хранятся, зимостойкость, проверяют, все такое. И получается новый сорт. Но на это уходят годы, конечно. А чтобы размножить уже готовый, достаточно срезать череночек с хорошей яблони, с плодоносящей, которая понравится именно этот сорт, перепривить его на другой подвой, вырастить, с него вырастет точно такая же яблоня, с которой привили. А лучше прививать, ну я не знаю, правда это или нет, говорят, на дичку. Дичку мы используем в основном немножечко культурную. То есть ранетка пурпуровая у нас в Сибири распространена. Она очень зимостойкая и хорошо на нее прививаются практически все сорта яблонь. Большинство сортов яблонь она хорошо принимает на себя. И то есть она будет в качестве корня, а в качестве кроны получается та яблоня, тот сорт, с которой мы взяли. А корень дикий. Александр Иванович, а можно на какую-то хорошую, вот уже какую-то вкусную ранетку выведенную, например, на уральское наливное, привить какое-то яблоко? Не приопылиться? Нет, не приопылиться. Можете прививать все, что угодно, сколько, какие сорта хотите на любую яблони, они сохранят свои качества. Немножко, может быть, зимостойкость может пострадать у некоторых, если на крупноплодную вы привьете, допустим, еще более нежный сорт. А в общем, они сорта свои все сохранят. Понятно. Откуда взять этот подвой? Подвой. Вот вы сказали, что вот пурпуровая ранетка. Ранетка. Семечко. Воткнули в землю, на следующий год появилось или как это? Да. Сеем мы их лучше с осени. Они проходят естественную стратификацию, промерзание в почве, в грунте. Проще всего, лучше всего, оно в естественных условиях это происходит в земле. Ну вот у вас где-то здесь есть на примере? Вот они. Это вы каждая семечка вот так вот на расстоянии, да. Как томаты? Нет, пока не на расстоянии. Сначала их сеем густо. А вот так вот. Потом мы продергиваем. Продергиваете? Конечно, которые кривые. Сколько лет они произрастают? Не менее двух. 2 года. Не и менее. Потом весну берете. А где вы берете, кстати, эти? На своих деревьях. Вот они стоят, деревья сортовые. Много сортов? Да. 500. Какой сорт я хочу размножить, с той яблони и беру черенки, допустим. Угу. Или черенки берутся осенью или весной, отрезаем черенки, прививаем. Или прививается окулировка, делается летом, в конце июля, в начале августа. И там почечка берется, одна почечка с дерева берется и прививается на дичку, на сеянец. Так, какой должен быть черенок? Вы сказали, что заготавливаем с осени, храним Да. В холодильнике. В холодильнике. Или какой в погребе. Он должен, как он выглядит? Хоть одну почечку. Почек сколько? Хоть одну отрежете с дерева. Череночек, даже вот такой, с одной почечкой, это уже черенок. Да почечка даст жизнь новому дереву, одна почечка. А толщина? Толщина диаметр? Зависит, толщину подбирайте, какой у вас наросли дички. Подвой. Если наросли толстые, нарежьте черенков потолще, допустим, чтобы они сходились по толщине. Это идеально будет. Если тонковатый подвой, допустим, не вырос, таких же примерно череночков заготавливаем.
чтобы они, желательно, чтобы они совпали по толщине. Когда у нас сокодвижение началось, подвой еще спит, и веточка черенка у нас должна без листиков же быть, со спящими почками. Обязательно. Вот для этого ее держим в холоде. В холоде, вот. Спящие череночки берем, достаем из холодильника и прививаем на уже проснувшуюся подвой, да, вот для деточку. Какие бывают способы прививки? Весенняя прививка, да, делается в расщеп или улучшенная капулировка. Капулировка. Можно делать под кору прививка. Сколько процентов вот прививок приживается? Сколько душ вы загубили плодовых? Приживаемость всякая. На это влияет много факторов. Какие? И как перезимовали те же самые подвои. Может быть, была холодная, бесснежная зима, могут подмерзнуть, даже вот грушевые подвои могут подмерзнуть до уровня земли, даже или до уровня снега. Тогда приживаемость снижается много. Если все идеально перезимовали, ну, от 70 до 100%, до 99 бывает приживаемость такая. О, если еще несовместимые, допустим, попадут некоторые сорта, бывает, некоторые сорта проявляют несовместимость с подвоем. Ух ты, как-то. Ну, не родня, оказываются они какие-то вредные. Это все методом проб и ошибок? Да. То есть так на глаз не скажешь, да, приживутся, нет? Так нет. И бывает, что отторжения часто происходят. Ну, это мало, это исключение, это не правило, это 1%, может, такого попадает. Но в основном, если все нормально, погодные условия, весна хорошо, черенки заготовлены правильно, если не подпортили, не подмокли, не подпрели, не подмерзли они, не лишние не перемерзли, не, допустим, мороз слишком не убил их все заранее, приживается практически все. Александр Иванович, а если случилась вот такая вот история? Юлия Романовна, может, вы тоже расскажете, что было не так? Вы же все специалисты здесь, а мы только учимся. Вот сделали прививку, примотали там, все хорошо было, прививочка тронулась в рост. Росла поллета, листики зеленые пошли, вот я имею в виду у череночка привитого, да? А потом раз и засохли. Что было нарушено, какая технология? А может быть, сдвинули череночек, кто-то задел, размотали вовремя или не размотали прививочку, передавилась она, допустим, в этом месте. А еще разматывать надо? А как же, обязательно. Я думала, примотали и стоит она все время вот так вот. Она потом может передавиться в этом месте. Надо в середине лета вот эту целлофаночку удалить. Если не саморазрушающаяся пленочка, то надо удалить ее обязательно. Если саморазрушающая, может, она сама разрушится, но контролировать надо, может, и не разрушится. А еще изолентой. Изолентой, да, я тоже видела. Ну, изоленты мы сейчас уже не используем, это уже как бы прошлый век. Сейчас есть прививочная ленточка, продается в магазинах, вполне приличная, рулончиками. Ну вот на примере яблони, дичка. Можете показать, какую вот прививку можно сделать? Могу и показать. Вот эта дичечка у нас, сеянец ранетки, уже подошла прививке по толщине. Толщина примерно с карандаш. Это нормальная толщина для подвоя. Ну, берется прививочный ножик, у всех они разные. Каждый работает своим. Примерно от земли обычно в среднем берется 10 сантиметров. Можно ниже, кто-то ниже делает прививку, кто-то делает выше. Срезается это. Косой срез делается. Это способ прививки, улучшенная капулировка называется. Делается язычок. Закалывается. Примерно такой же толщины желательно берется заготовленный заранее черенок нужного нам сорта с бирочкой, с почкой живой. Делается тоже косой срез, такой же, подравнивается, чтобы они совпали между собой, одинаковые по размерам. Затем делается язычок, отгибается, берется одна или две почки, больше не надо. В принципе, достаточно одной. Совмещается все это. Прививочная лента берем. И плотно-плотно, герметично обматываем все это со всех сторон. Ну, можно завязать на узелок. Можно просунуть и затянуть удавочкой.
Ну вот, таким образом делается на узелок. Обрезаем. Все, прививочка сделана. Срез замазываем варом садовым. Прикрепляем бирочку с надписью сорта, чтобы со временем не забыть и чтобы не смылось. Вот сорт фермер яблоня будет это привито. И все. На этом процедура прививки заканчивается. Друзья, сколько полезного, нового для себя, по крайней мере, точно, и интересного, я уверена, для всех нас, сегодня мы узнали, побывав у Александра Ивановича Байкалова. Юля, ну правда же, познавательная передача. Познавательная для всех, я думаю, будет. Даже кто уже умеет делать прививки, все равно информация, которая прозвучала из уст Александра Ивановича, мастера, была полезна. И Центр садоводства. По традиции, вместе с программой «Дачники» дарит, не ходит с пустыми руками, да, к своим друзьям. Дарит подарки, нужные подарки. Так как вы прозвучали в вашей речи слова, что каждый выбирает секатор там под себя, инструмент. Секатор я поэтому вам не принесла. Но я принесла удобрение «Плодовый спас» для вот этих взрослых деревьев, с которых вы берете черенки, чтобы черенки были сильные. Кстати, вопрос-то про черенки осенило меня. С какой стороны брать черенок? Годовалый, двухлетний? Годовалый. Годовалый. Молодой, годовалый прирост. Любой срез нужно замазывать садовым варом. Это садовый вар непростой. Он с лечебным эффектом. Это вар Бугоркова, да. Я знаю такой очень вар. В удобной такой ванночке. Так что пользуйтесь, чтобы все срезы были замазаны тонким слоем. Фоторазрушаемая. Вот она, волшебная лента, да? Да, которую не нужно разматывать. Которую не надо разматывать, но хранить ее надо в темноте. Она сейчас сама разложится. В черном пакете. Поэтому такая вам пленка для пользования. Да. Для лучшей приживаемости. Огромное спасибо, что вы нас пригласили, поделились знанием, опытом. Я думаю, что доступно было все. Елена и все понятно, поняла. Да. Очень теперь понятно. Будет прививать, теперь я знаю, что если что, есть консультант, который точно скажет, в чем было неправильно. Я имею в виду, если прививка вдруг не прижилась в очередной раз у меня. Приживется. Приживется. Да, с таким вот учителем приживется обязательно. Все приживется. Друзья, на этом мы прощаемся. Спасибо вам огромное, что были вместе с нами. Программа «Дачники», как всегда, работает для вас. Всего доброго. До свидания.